Ребята, всем привет. Я, короче, я подписан на канал Робди. И последнее видео его было о том, что якобы Brawl Stars и остальные все игры Supercell запретят в России и Беларуси. Да, ребят, вот мой Леончик. Давайте зайдем в новости, там единичка у меня зеленая горит. Вот, объявление Supercell. Так. Ответ на продолжающуюся войну в Украине. Компания Supercell удалила свои игры из магазинов приложений в России и Беларуси. Новые скачивания приостановлены, а доступ для существующих игроков будет прерван со следующим обновлением клиента. Ребята, походу у меня больше игр по Brawl Stars не будет, потому что я живу в России. И... ребята, короче, капец будет. Капец, капец. Блин, ребята, ну это реально грустно, я в шоке. Это капец какой-то. То есть больше... то есть все игроки по Беларуси, по России. Представляете, сколько игроков в России Brawl Stars? Главное, Беларусь маленькая страна. Вот по России это самая большая страна. Представляете, сколько игроков вообще просто потеряют доступ к своим аккаунтам. Не только к Brawl Stars, но и Clash Royale, Clash of Clans. Все игры Supercell будут заблокированы. Ну, не заблокированы, не будет их, короче, в России и Беларуси. Теперь я не хочу себе покупать новый телефон, потому что я там не смогу скачать уже Brawl Stars. Вот, ребята, и, короче, это очень все грустно. Мне тоже очень много живут в России и играют в Brawl Stars. Вот очень много, ребята. И не только в Brawl Stars, все игры Supercell. Supercell много прикольных игр. Но, ребята, короче, грустнота. Если еще и Roblox заблокируют, мне вообще не понятно, что будет снимать видосики по видеоиграм. У меня только останутся старые скриншоты, из которых я буду делать какие-то мемчики, видосики, вот новые эклипсы в интернете. Я не знаю, ребята, это очень все грустно. На этом мы будем заканчивать. Всем пока.